Хабарингиз бор, юртымызда Франция Хукуматлар Аро Комиссиясы вакиллары расми ташриф билан болып турушты. Бүгін расми ташриф 2-нчи куны доирасыда манашу эшиклер ортада. Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Раисинин 1-нчи орынбосары Содық Сафоев хамда Франция ташқы савдо ва иқтисодий жозибадорлик бойича вазир делегаты Франк Риес учрашуви бўлиб ўтмоқда. Ушбу юқори даражадаги учрашув доирасида иқтисодий, инвестиция, экспорт ва импорт масалалардан ташқари, таълим ва маданий соҳалардаги илиқ муносабатларни янги босқичга кўтариш кўзда тутилган. Поверьте мне, общественность, люди в Узбекистане всем сердцем поймут то, что вы начали визит именно Самарканда, и они высоко это оценят. Не только вопросы политики, экономики и другие, но также и взаимоотношения культурные между нашими странами, потому что и взаимоотношения между парламентариями, потому что взаимоотношения дружбы, сотрудничества и тесные контакты, они устанавливаются между людьми, но мы начинаем с установки наших официальных отношений между парламентариями, затем это отношения между какими-то организациями, экономическими предприятиями, в том числе таким образом складываются общие взаимоотношения дружбы, дружеские сотрудничества между нашими странами и народами. Узбекистанда бўляётган ҳозир жараёнлар бутта икки томонлама лоиҳаларни амалга ошириш учун яхши замин яратди. Франция биз учун нафақат иқтисодий ҳамкор ва муҳим гуманитар соҳадаги ҳамкордир. Мана бугун биз атрофлича муҳокима қилдик 22-йилда Парижда машҳур Лувр музейида Ўзбекистон тарихига, Ўзбекистоннинг маданиятини, маданиятлари, маданият тарихига бағишланган ниҳоята катта кўргазма очилади. Бу ҳеч қандай шартсиз умум жаҳон аҳамиятига эга бўлган бир лоиҳадир. Чунки бу Луврда, Луврда йилига бир неча ўнлаб, миллионлаб одамлар келади бутун дунёдан Ўзбекистоннинг tarixiy ildizlarini, O'zbekistonni bugun hozir janob vazir aytgandek yuragini va qalbini sezishga yordam beradigan bir ko'rgazma barpo etilmoqda. Buni ham g'oyasi va konsepsiyasi muhtaram prezidentimiz Parijda bo'lganlarida muhokama qilgan edi va u prezidentimiz tomonidan tegishli ko'rsatmalar berilib, buni qanday tashkil qilish kerakligi bo'yicha yo'l-yo'riqlar aniqlangan edi.